Пройти, преодолевая сугробы снега, для наших людей уже стало привычным. Бог с ней с обувью, лишь бы ноги не сломать. И если центральные улицы Видного еще хоть как-то убирали, а последние дни совсем хорошо, то об окраинах забыли. Видите, что творится? Здесь никто не убирает. Дороги еще как-то один трактор в месяц, может быть, проедет. И все. Как ходить? С детьми идешь, бабушки старые идут. Жители Расторгуевской части города, кажется, скоро научатся летать. Потому что ходить по тротуару невозможно. Он не очищен от снега, а по дороге небезопасно. Наледь, глядишь, еще машина не справится с управлением и собьет пехотинца. Сотрудники Госсанэпидтехнадзора утверждают, компания, которая в этом году выиграла тендер на уборку поселения от снега, не справляется с обязанностями. С окончания новогодних каникул уже было выписано 35 предписаний за некачественную и несвоевременную уборку. По нашим нормативам вывоз снега и уборка, вывоз снега осуществляется в течение от 3 до 7 суток. Вот. За это время, за неделю, они могли все вывести при более хорошей уборке. А к снежным глыбам добавьте свисающие с крыш сосульки. У жителей Расторгуева сплошное разнообразие зимних атрибутов. Но скоро всего этого не станет. Сотрудники Госсанэпидтехнадзора просто не допустят продолжения такого безобразия. По результатам рейда ими были выписаны соответствующие предписания в адрес компании, которая в этом году отвечает за чистоту города. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.